У меня перекур. Пришла отдыхать со своими малышами. Снимаю хоть маленько их. Мои девочки. Вот они, мои доуточки, мои красавицы. Видите, всякие у меня? Коричневые, голубые. Вот тут вот это белое, вообще не белое с желтыми пятнами. Вот белое вот оно, вот этот. Тоже всякие разные. Видите, вот у них мои красавицы. А вот мои гиганты. Вот они. Вот и мои. Это первое поколение. Там вон она. Вот это вот второе поколение. Вот так-то вот она, моя индюшечка, моя куколка. Растет с ними. Обычно говорят, что нельзя индюков с водоплавающей птицей содержать. Пожалуйста, вот она. Ха, с индоутками, с гусями растет. И плавает, и только что не бывает. А это же утки и гуси же, они такие. Маленькой водички попили, им уже сразу же тут это надо. Плавать надо, купаться надо. Проблем ноль. И она также с ними. Так что растет и т-т-т. Слава тебе, Господи. Вот они, мои жлятенькие. Траву любят. Ой-я. Вот видите, вот Мишенька в тазике. Вот они кушают. Вот картошка с отрубями. Вот водичка у них. А вон кабачки порезала. Вот видите, вот кабачок. Вот они уже почти ее доели. А там вот ведерко водички наливала. Им так и оставила там. Обычно всегда с виду убираю. Поближе сюда к дверям ставлю, чтобы я смотрю, вода если грязная, сразу иду менять. А тут налила, да, оставила. Вот они, мои красавицы. Вот эти серые гуси, вот все вот от этого моего самца, гусака, которая все от него. А то, что мне там... Что? Что? Что такое? Что такое? Здоровье с подписчиками. Да-да, скажи привет всем. Да-да-да, привет. Дорогие наши подписчики, гости канала, мой гусенок вам привет передает. Вот он, да-да-да. Да, привет передает. Говорит, смотрите нас. С нами будет весело. Вот все от него вот эти вот. Ну, а это... Все-таки интересно, знаете, за ними наблюдать. Прочее, правда. Слов нету, просто вот бывают такие моменты, что смешные, интересные. Так что вот, всем пока.